бойцы. Давай, смотрим туда. Есть? Спасибо. Хорошего дня вам, парни. Спасибо. Спасибо. Мы нашли человека два. Так, все улыбнулись на фоне счастливого паруса. Нормально? Я думаю, да. У Ровки три человека, здесь два. И на Стёп, где три. Сильная передача, разворот. Прием мяча, чтобы шаг был. Так, вчера вот один там сюда будет. Хорошо это делал. Отскок, отскок. Отскоки! Прием, без малого, обратите внимание на прием, даже с учетом поля. Здесь вот. Забить! Аккуратно. Супер. Все, меняемся. Не, ну он себе цель поставил, говорит, Катар 22, говорит, а дальше будем смотреть. Он услышал, что в 26-м хотят чемпионат мира в Америке, блин. Диснейленд и у Юры такие есть, есть. У Валентин честь такие, такие сомнения, как дилемма такая. В Аргентине вакцины делают, ну, вакцину ставят? Начинают. А какой? Спутник. А? Спутник. Спутник. Спутник? Да, 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 они купили. Из России? Здорово! Прием мяча, ребят, прием мяча! Бис. Выделяйте заранее. Вот стоит условно Саня Соболь там. Мяч здесь у Лёхи. Есть время. Вся злость на тебя. Всю злость на тебя вынесу. Супер, умница. Давай, 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 давай,
два, не... да, удары только пошли. Вот он! Все, можете. Да не надо, не козел. Двузвездный. Только что за все, один, поехали. Да, поехали. Один. Казань? Да, Казань, поехали. Один, Казань. Да, вы когда вы снимаете, я... Перебьем, перебьем. Дюба. Давай, все, заключите. Да, говорю, Ваня, не надо. Не надо. Предыдущий хороший удар был, мне понравился. Вот до этого забил вот. Спасибо. Я брата, да? О, здесь даже вы в кадре. Круто, когда во весь рост. Спасибо большое, спасибо тебе. Да, конечно, давай. Все. Смотри, Соболик, мультимейл, Лешка, ты худший. Все, мы потом. Спасибо. Есть? Супер, спасибо. Все, спасибо, ребят, удачи. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания, до свидания. Нам 3.5. 2.5. Каждому по 2. Да нет, больше. Да нет, куда прошел? Юрий. Знал, как подход знал. Ручная кладь размещена безопасно и не выпадет при открытии полки. Всегда будьте осторожны, открывая багажную полку. Юрий Валентинович наш герой. Слышу, Юрий слышу. Валентинович непростой. Сколько моего отца работал? Жека? А как ты смотришь, не скачиваешь? Жека? Нет, онлайн. А этот огонь русский, он реально? Нет. Ну вот, были пожары там. Пожары? Чего спросил он, Джей? Thank you.
ни одного, ни одного видео, ни одной фотки. Наш самолет просил посадку в аэропорту города Братислава. Погода хорошая, температура воздуха плюс 13 градусов по Цельсию.